Меня восторг вызывает обложка видеотекста. Вот я особое внимание на нее обратила. Вот эти свечи, вот сама такая, как атмосфера, или то, что над ними, вот, рождает ощущение прям праздника. Вот, или новогоднего, или дня рождения. Ведь, а на праздник дарят подарки. Вот. И вот само это новогоднее пожелание, оно словно подарок. Такое чувство, что у меня в душе тоже зажегся вот такой огонек, как на обложке. Это новогоднее пожелание, оно просто зажигает огоньки вдохновения в душе. И получается как раз, что обложка, она вот дает знать, как все красиво и дружно, когда свечи горят вместе, и каждое из них, оно прямо как тот говорящий действительно рисунок. Удивительная обложка, которая рассказывает, словно бы говорит, дает такую подсказку, как это станем жить мудрее. А вот так, встречая каждый день, вот такой как, ну, как день рождения, то, что тут горят свечи, здесь такое ощущение тепла, такого именно праздника, праздничного настроения. И вот новогоднее пожелание, оно, ну, прям вдохновляет на это, чтобы так относиться к каждому дню жизни. И видеотекст, он и согревает своим солнечным таким теплым фоном, и он открывает вот эту возможность. Вот как день, он идет очень стремительно, быстро, и здесь тоже в новогоднем пожелании быстро перелистывается страничка за страничкой, открытка за открыткой, словно приглашая вот это именно идти по дороге жизни вот с таким настроем, с таким отношением. Вот как слышится в песне сердечность, дружеская теплота, вот сколько в нем в словах, сколько в них дружеских чувств. И видеотекст это прямо подтверждает. Вот столько там солнца, столько там света, столько там дружбы, какой-то радости. Ну, этот фильм, он прямо дарит сердцу праздник. Согласна, и ощущение обновления, и вот прямо такого, знаете, новогоднего праздника, такого, какая-то новая страница жизни праздничной открывается, согретая солнечными чувствами автора.